Хэл, ты меня слышишь? Ты слышишь? Хэл, ты слышишь меня? Открой входной люк, Хэл. Я поженусь, старый туподжиг, гид, я танцую, и моя пожелая жопа. В чем дело? Алло, здравствуйте. Светлана, да? О чем ты говоришь, Хэл? Здравствуйте, Светлана. Можно, да, оформить заказ пиццы? Я тебя не понимаю, Хэл. Кого? Алло, не работаете, да? С чего ты это взял, Хэл? Не слышу. Не слышу, алло. Можно мне, пожалуйста, пиццу с женскими присадками? Хэл! Ну это просто, знаете, вот кто-нибудь из сотрудниц, кто готовит пиццу, сходит с ней в туалет и писей потрется об коржи. Ладно, Хэл. Я войду через аварийный отсек. Да, да, да. Просто как бы я человек пожилой, вы как будто вопрос с подвохом хотите, прикалываетесь. Хэл, хватит спорить. Открой люк. Меня это не устраивает. Либо гимн Украины, либо смерть. Гимн Украины, пожалуйста. Хэл. 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 Ha 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 ha!